Сонечка, ты меня испугала. Что случилось? Ласточки! Ласточки прилетели! Да ну не может этого быть. Может, может! Я в окно видела птичку только что. Да нет, Сонечка, ты ошибаешься. Это была какая-то другая птичка. Да точно ласточка, я ее узнала. Видишь ли, дорогая, ласточки в наши края прилетают только в середине мая. Это установлено многолетними научными наблюдениями. Ну, а сейчас только апрель. Ой, как жаль. Жаль. Так хочется, чтобы ласточки побыстрее прилетели. Тогда уже настоящая теплая весна начнется. Весна настанет тогда, когда ей положено настать. А вот если ласточки прилетят раньше времени, они могут замерзнуть. Да и есть им будет нечего. Ты ведь не хочешь этого? Совсем не хочу. Ну, деточка, тогда потерпи еще несколько недель. Ой, потерплю. Потерпи. Но так хочется, чтобы ласточки прилетели. Так хочется. Ах, Шунечка, Шунечка. Ой, вот ты только послушай, к чему приводит нетерпение. Для чего, певунья птичка, птичка резвая моя, ты так рано прилетела в наши дальние края? Заслонили солнце тучи, небо все заволокли, и тростник сухой и желтый клонит ветер до земли. Вот и дождик, посмотри-ка, хлынул словно из ведра. Скучно, холодно, как будто не весенняя пора. Ой. Ну, тетушка Матильда, что? Ну что за стихотворение вы прочли? Как стихотворение «Птичка» Алексея Николаевича Плещеева. Да я не в этом смысле. А в каком? Грустное стихотворение, какое-то совсем не весеннее. Не нравятся мне стихи вашего Плещеева, тетушка Матильда. Как так? Ну что ты, Шунечка? Добрый вечер, Матильда Леонардовна. Здравствуй, Шунечка. Ой, добрый вечер, Дмитрий. Здравствуй, Дима. А что это вы такие печальные? Что-то произошло? Шунечка не в восторге от поэзии Плещеева. Совсем не в восторге. Вот как? Угу. Интересно. А какое стихотворение вы читали? Стихотворение «Птичка». А, ну теперь я все понял. А что? Знаешь, Шунечка, у Алексея Николаевича Плещеева есть ведь и другие стихотворения про весну, про птичек. И, между прочим, гораздо более известные, Матильда Леонардовна. Ой, так, так, так. Кажется, Дима, я поняла, о каком стихотворении идет речь. Уверен, что поняли. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. С нею солнце краше и весна милей. Прощебечь с дороги нам привет скорей. Ой, а это стихотворение мне очень понравилось. Вот видишь, Шунечка, нельзя судить о поэте только по одному стихотворению. Я поняла, Дим. Ах, Дмитрий, как хорошо вы сказали. Я полностью с вами согласна. Ну и признаюсь, пожалуй, мой выбор стихотворения был не самым удачным. А это, ах, травка зеленеет, солнышко блестит. Эти строки полюбились мне с самого детства. Еще бы! Ведь это стихотворение про ласточек, про моих любимых ласточек. Дим, я их так жду, так жду, так жду. Так хочется, чтобы поскорее стало тепло, а на улице опять какая-то слякоть. Не расстраивайся, Шунечка, осталось недолго ждать. Через несколько недель ласточки обязательно к нам вернутся. Да? Ласточка примчалась из-за бела моря, села и запела. Как февраль не злися, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет. Браво, браво, Дима! Если мне не изменяет память, это стихотворение Аполлона Майкова. Матильда Леонардовна, у вас замечательная память. Ой, благодарю вас, Дмитрий, благодарю. Ой, точно, Дим! Хотя с утра сегодня шел дождик, но все равно так весной пахнет. И наша поляна в лесу вся в подснежниках. Ах, как это чудесно! Да, замечательное время года – весна. Впрочем, как и лето, осень и зима. Вот-вот, каждое время года прекрасно по-своему.
Ой, Матильда Леонардовна, похоже, нам пора прощаться с ребятами. Что? А, да-да-да-да, конечно, конечно. До свидания, мои юные друзья. Спокойной ночи, мальчики и девочки. Всего доброго, ангела вам хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением.